Фамилия, имя, отчество. Не будете, да, говорить? Этот задержанный стыдливо отводит глаза, ведь, скорее всего, ему уже не уйти от уголовного наказания. Его вместе с подельником поймали во время попытки угона автомобиля. Сегодня при каких обстоятельствах задержан сотрудниками полиции? Стоит в дворе, сел в машине. Так. Все. Просто в каком автомобиле вы сидели? В Ланце. А автомобиль кому принадлежит? Товарищ. Задержание произошло на улице Совхозной. В машине, на которой подозреваемые приехали из Твери, полицейские нашли устройство для запуска двигателя, дубликаты регистрационных номеров, а также инструменты, с помощью которых злоумышленники проникли в авто. На дело гости из соседнего региона пошли ночью, однако привлекли внимание полицейских, когда разбили заднее стекло иномарки стоимостью в 1,5 миллиона рублей. Один из задержанных уже был дважды судим за кражу. Оборудование для запуска двигателя. Чье это оборудование? Не отказываюсь комментировать. Подозреваемых заключили под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на кражу». Если вина будет доказана, им грозит до 10 лет лишения свободы.